Великобритания отказалась от председательства в Совете ЕС во второй половине 2017 года. Об этом решении премьер-министр Тереза Мэй проинформировала председателя Совета Дональда Туска в телефонном разговоре. В среду глава британского правительства впервые приняла участие в традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте. Отвечая на вопрос о переговорах по выходу страны из ЕС, она отметила: «Мы должны обеспечить соглашение, в котором будут предусмотрены желания народа контроля за свободным передвижением. Но мы должны также получить соглашение, которое предоставит наилучшие условия для торговых отношений». Во время выступления Мэй призвала модернизировать ядерный потенциал Соединенного Королевства за счет строительства 4 новых субмарин с ракетными системами. Прозвучал также вопрос о готовности Великобритании предотвращать теракты, подобные произошедшим во Франции. «Мы должны продолжить сотрудничество с Францией и другими европейскими странами. Террористы не смогут нас запугать. Нашим странам нужно работать сообща, чтобы преодолеть эти угрозы. Да, я подтверждаю, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз, но Соединенное Королевство не покинет Европу, и наше сотрудничество продолжится». В канцелярии премьера сообщают, что Мэй приняла решение об отказе председательства в Совете ЕС, так как Великобритания будет очень занята переговорами о выходе из Евросоюза.